В поселке Хандыга Тампонского района старейшая средняя школа отмечает свой 75-летний юбилей. Открыв свои стены в далеком 1942 году, за это время учебное заведение выпустило не одну сотню учеников. Как преподаватели и их воспитанники планируют отметить юбилей, расскажет Мария Винокурова. Хандыгская школа была открыта в сентябре 1942 года, и первыми учениками стали 26 детей. В 70-е годы в школе обучалось около 1200 учеников. В 1985 году построено каменное здание школы. Хандыгская школа разделилась на две – школа номер один и школа номер два. В этот торжественный день выпускник 91-го года, ныне мэр поселка Хандыга Михаил Алексеев, и выпускница 77-го года, директор Хандыгской школы Лидия Сахибова, дали старт эстафеты юбилейного года. Сегодня мы вспомнили историю школы, вспомнили педагогов, которые работали. Я сегодня, пользуясь случаем, прошу отозваться выпускников разных лет. Со стартом юбилейного учебного года поздравили представители районной администрации, управления образования, педагоги, учащиеся, а также выпускник Хандыгской средней школы 66-го года Юрий Игнатьев. Самым волнительным и трогательным моментом стало поздравление учителя начальных классов с полувековым стажем педагогической деятельности Валентины Степановны Игнатьевой, которую пришли поздравить ее первые ученики 1978 года. Сюда приходят ученики не смышленыши, а выходят вполне зрелые, самостоятельные люди. И этому способствует труд учителя. В течение 75 лет выпускники Хандыгской средней школы внесли свой вклад в социально-экономическое развитие Тампонского района, республики, страны. Школа гордится своими учителями и учениками прошлого и настоящего времени. Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга.